Госавтоинспекция информирует жителей республики о работе подразделений МРЭО ГИБДД на майских праздниках. Регистрация автомашин, обмен и выдача водительских удостоверений и прием экзаменов отделениями МРЭО будет реализовываться 30 апреля, 3, 7 и 10 мая согласно графикам. Напомним, что подать заявление на получение госуслуг в регистрационно-экзаменационные подразделения ГИБДД можно на едином портале госуслуг, пользователи которого оплачивают госпошлину с 30% скидкой. Уважаемые жители и гости Карачаево-Черкесской республики, Госавтоинспекция республики информирует вас о том, что в период выходных и праздничных дней регистрационно-экзаменационные подразделения на территории республики будут работать в следующие дни 30 апреля, 3, 7 и 10 мая текущего года. Часы работы в рабочие дни не изменились с 9 до 18:00.